Надо нам поменять, вернее не поменять, а убрать там триггер всякий разный на проводке. Обесточиваем, всегда обесточивай тут. Ага, понял. Понял. Теперь идем в голубятник. Ага. Сейчас быстренько тут бензель делаем. Ага. Вот тут вот такой светильник мы подцепили, сыночек. На следующих выходных ага. нам надо вычистить тщательно у голубятнику. А то стыдно уже перед самим собой. Я понял. И потом взять известь и обеззаразить. Тут стены побрызгать, полочки. Все, ага. все. Так. Теперь мы здесь. Паутину эту поубирать, чтобы у нас в зиму голубятник вошел как картинка. А то мы, я со своей болезнью, а ты сам все не успеваешь. Ага. Ну, надо нам. Так, вот так вот мы убираем. Все, вот тут у нас теперь готово. Ага. Так, вот этот флянец нам пригодится на полив. Трубу. Трубу украли. Надо, не барабчане. Трубу с полива 18 метров трубы. Пидорасы, узнаю, порежу на куски. Радик, маленький стул, бегом. Быстрее, сыночек. Работаем. Ева, веник. Молодцы. Давай, 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 давай. Так. Молодец. Ложись здесь. Только не на кровать. Быстрей ложи. Евуська, быстрее надо убирать. Так. Тут все в паутине. Вот, смотрите. Смотрите, что у нас тут творится. Это кошмар какой-то. Провода, где надо перепроверить, отключили ли мы или нет. От... Не горит же лампочка? Не-не-не. Отключили. А то мы тут... Сколько минут? 3:25. Скоро загоримся и сгорит... И дом наш вместе с нами. Такие мы хозяева, блин. Так, сынок. Да. Значит, смотри, что нам надо. Нам надо. Вот это идет входной кабель. Тот. Который идет с улицы от счетчика. Ага. Понял? Значит, его мы не трогаем. Угу. Мы его только подтянем контакты. Так. Потому что я смотрю, он один контакт немножко подгорел. Отлично. Отлично, ничего тут не надо. Значит, это старое еще. Когда горело. Это у нас... Выход. Ага. Понял? Да. Тоже все нормально. Проверили. Так. Теперь. Теперь. Вот это вот все надо выкинуть отсюда. А что вот это за черное? Что оно делает? Ну, это был раньше пускатель, а потом он загорелся. Угу. Поставили, электрики приехали, поставили новый.
А старый так и не убрали. Ага. Теперь это как промежуточное получается звено. Он и этот тут не нужен, потому что отключается у нас на... улице. На улице, да. Так. Так. Так, так. Для чего вот это идет сюда? Пробка. Хер его знает, что тут накручено, что тут наверчено прежними хозяевами. Непонятно. Но я так думаю, что мы сейчас снимем вот этот щиток, угу. А потом от щитка будем плясать дальше. Или отсоединим вот это вот. Этот кабель. Так, ну мы пока не будем его. Так, а что ж я не попаду? А ты видишь, он тут весь. Сгорел. Надо было фонарик взять. Так. Ладно. Значит. Тут отпускаем. 7 минут, пап. Ну вот, вот это вот сейчас отпустим, угу. Уберем. Так. Вот, а потом будем снимать вот это. Надо раздеваться. Ну, в общем, работы много, ребята. Вот это таким объектом мы будем сегодня заниматься. Если живы будем, то вечером снимем еще ролик. Пока!